Заболеваемость коронавирусом в области, если сравнить с тем же периодом прошлого года, сейчас выше в 8 раз. Об этом на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. На амбулаторном лечении, по словам министра здравоохранения Армена Беняна, находится почти 31 тысяча жителей с подтвержденным коронавирусом, с пневмонией и ОРВИ – более 33 тысяч. Почти 90% пациентов обеспечиваются лекарствами в день первого осмотра. Госпитальное звено на сегодняшний день представлено 8140 койкой, 205 бедей на следующей неделе, на прошлой неделе. И еще 434 у нас в стадии подготовки. По словам руководителя областного Минздрава, уже разрешена одновременная вакцинация от коронавируса и гриппа. Инъекции вводятся в разные области тела. Получено более 580 тысяч доз вакцины от гриппа. Использовано почти 451 тысяча. Ведется работа по увеличению поставок в регион. В области работают 167 пунктов вакцинации, 9 круглосуточных. Задействованы мобильные ФАПы и более 50 мобильных бригад, которые в том числе осуществляют вакцинацию пожилых на дому. Основная нагрузка сейчас приходится на прививочные пункты в поликлиниках. Их адреса и карты размещены на сайте регионального Минздрава. В первую очередь о том, что эти пункты расположены в поликлиниках по месту жительства, потому что люди знают эти поликлиники, знают, где они географически находятся. Ну и, конечно, дополнительные удобства, о чем вы говорили в районе торговых центров. Хотя я понимаю прекрасно, что они, наверное, в меньшей степени загружены, там нет очередей, таких как в поликлиниках. Но в поликлиниках надо иметь несколько постов. Виктор Кудряшов отметил, что ближайшие две недели должны сыграть решающую роль в том, чтобы сбить волну заболеваемости. Представители Роспотребнадзора не советуют путешествовать, перемещаться по региону или стране. Нерабочие дни введены для максимального разобщения и разрыва цепочки заражения. Что касается практики QR-кодов, то она будет расширяться и по завершении режима нерабочих дней. Виктория Шарая, события.